сразу 6 человек штрафной площади факела из игроков салюта, и заходит мяч в ворота, 1-0. Вот так быстро салют выходит вперед. Усилиями Крикуненко. Штрафной удар в исполнении факела. Подать штрафную площадь. Выходит на этот мяч Ковалев. И добивание. Хорошее добивание. Рикошет. Ну и обратите внимание, уважаемые зрители, то, как играет на чужой половине поля молодежка факела. Очень активно прессингует футболиста, владеющих мячом. Достается он все-таки Агееву уже в штрафной площади факела. Агеев под левую убирает, бьет Доровских, выручает Малахов на подхвате этого мяча и делает еще одну подачу, штрафную, добивание. С мячом салют, Алишевский. Но если верить статистике, то в последних трех встречах факел М удаление. Малахов простреливает на Дегтева, на дальней штанге Корольков. И успевает он замкнуть эту передачу. 2-0. Выходит вперед салют, увеличивая преимущество. И отмечали мы и Малахова на правом фланге. Сделать выверенный навес на своего шестого номера не получилось. Агеев мяч подобрал, бьет и делает счет 3-0. Малахов продолжает набирать для себя дополнительные плюсы. Арбитр, правда, пока не разрешает. Алишевский подачу делает, но Агееву, конечно, тяжело будет за верховой мяч побороться. Контратака факела. И вот Грузнов, он с мячом, и он в штрафной площади. Грузнов сразу бьет, и это легкая добыча. И твои атаки не доходят до забитых мячей, атаки соперника таковыми являются. Это все-таки на настрое футболистов как-то сказывается. Снова Малахов, 3 против него, Малахов вообще не стесняется никого, бьет поворотом. И даже создавали моменты, хоть их было и немного. Что касается замен, поговорим о них сразу после этой атаки. Опасно, удар поворотом. И счет становится 4-0. Четвертый мяч в составе собственной команды забивает номер 22. Капитан команды, более физически развитому, просто потому что старше Крикуненко, чем Батищев, сопернику. А вот с Агеевым бороться можно, но как с ним побороться, если он убегает от тебя? И Павлид наблюдает за тем, как Агеев делает передачу, и снова удары, и добивание. Агеев! Спасной вратарь Владислав Калинчев под 62-м. Дмитрий Калинин номер 73. Номер 65, Игорь Шестаков, Константин Ковалевский, 55. Опасный момент, и еще один забитый мяч мы видим в исполнении белгородского салюта. Мы это видели в первой половине, но чего переживать-то, счет позволяет, и я думаю, что передышка ему также лишней не будет. Крикуненко, длинный заброс в штрафную площадь, заброс точный, удар поворотом. И Данила Матвеевнин забивает с передачи Александра Агеева, только появившийся на поле футболист. Хорошо появился на поле Шестаков у молодежки факела в центре поля. Он очень активен, часто с мячом. Правда, от этой активности дивидендов никаких не получает воронежская команда. А здесь может контратаку еще получить Матвеевнин. Он уже штрафной. Данила бьет и забивает седьмой мяч на 73-й минуте, делая счет 0-7. И Малахов поле покинули, упадает штрафной Корнеев. В пенальти в этом эпизоде назначен не будет. Передача в направлении Батищева. Ох, и момент какой, Батищев, и не реализует Даниил Батищев. Понимает, что это был абсолютно 100% эпизод. Как закончится этот матч? Закончится он этим угловым. Еще один забитый гол. 8-0.